два. А ну давай померим. Подушки по твоей. А ну давай померим. Под ушки подходит? Под ушки. Ну как раз немножко подтянем. А ну покажем. А ну повернися. Красоту такую, а ну, садом, садом повернися. Ай, какие уши. Можно тебе туда уже телефон положить? Давай. Давай. Ой, а что? А, я думала, оторвано. Нет. Как для телефона? Шопинг. Да. Так, с чего начнем? Камила, Каролина, шопинг. С ушек начнем. Какие хотите ушки? Красненькие, да. Розовенькие. Показываю, как они. О, они переливаются. Да, они переливаются. Угу. А на телефон хочешь себе кити купить? Да. Смотри. Давай померим, как оно будет смотреться. Кити твои. Подожди, подожди. Так, подожди, Каролин. Подожди, а то уронишь своего телефона красоту такую. Опа, показывай. Вот. Подходит? Да. Давай. Так, а бабушке выберите сумочку. Идите выбирайте. Какую сумочку мне красивше будет? Красную. На рынке. Вот такой, как у меня. Так у тебя ушки? Да. Забираем. А портфели хотите себе с ушками? Да. Какие вам больше нравятся? Мне красный. Мне тоже так, красный. Два. А ну давай померим. Подушки. Подушки по твоей. А ну давай померим. Под ушки подходит? Под ушки. Ну как раз немножко подтянем. А ну покажем. А ну повернися. Красоту такую, а ну, садом, садом повернися. Ай, какие уши. Можно тебе туда уже телефон положить? Давай. Давай. Ой, а что? А, я думала, оторвано. Нет. Как для телефона? Не, телефон надо будет боком ложить. Другое, не влезет. Не, не влезет. Нет. Ну, значит, большое. Другое дело, будем твой телефон. Ну, подожди, Камиль, Королёв, держи. Это Камилин тебе уже. Тебе тоже потянуть немножко надо. А ну одевай, Камила. Каролин тоже, а это Камила. А мой телефон. Поменяем твой телефон. О, глянь, как вообще впритык, и обрезать не надо. Опа, и Камилочки, отлично. Будете гламурные, бабоньки мои. Чушечки. А? Так, а вот это, может, вам надо? Вытащим. А, это пряди для волос. Да, вам пригодится? Да. Камила, ты у тебя пусть вытащит, а то у нас мусор некуда в отеле девать даже. А в какую цену пряди такие? По 50. А, 45. Это тут одна прядь идет? Да. Или две? Одна. Тут две есть, у меня две есть. Я хочу пряди. Да, сейчас возьмем. Сейчас возьмем две пряди, хорошо. Какой выбирай? Я вот такие. Я вот такую. А зачем им пряди? Я вот такие, я вот такие. Смотрите на. Куда их тебе? Ты розовый снимать? А мне кажется, давай, вот эти вот. А ты им посоветуй. Камил, давай вот такие вот. Глянь, они яркие. Такие. Ну вот мы две возьмем. Ой, на один раз один, а остальное. В школу. Ну а куда ты? Туда нельзя. Штани запутаются. А, ну да, они быстро запутаются. Так, и давай вам еще по кошелечку купим. А тебе красный давай возьмем. Под цвет тушек. Под цвет тушек. А сердечко еще. Сердечко хочу.
Так и нафиг они нам надо. Это если еще пряди округлить можно будет. Да, ну с прядями. А пряди почем у нас? 145. Это моя резинка будет. Ну, Каролин, ты заплетаешь. Так, все, выбрали. Так. Карила, тебе надо резинку? Нет. Да. Вот такую. Ты будешь брать резинку? Нет, мне не надо. Вот такую. Точно не надо? С сердечками. Так, все, всем пока, подписываемся на наш канал, встаем. Всем пока, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Камила, Каролина. Пока-пока. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. И нажмите на красную кнопочку, колокольчик, чтобы уходить на любимые видео. И подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Пока-пока. Пока-пока. Это наши продавцы. Дай бог им здоровья, красивые вещи продают. Бабушка тоже купальник новый купила. Красивый у них. Красивучий. Все, пока-пока. Всем пока-пока. У меня такая. Так, девчонки до столовой дойти не могут. Решили одеть прядь. Волос еще мокрый с моря. А, ты в душ уже окунуться успела. На все покончу. Ой, этикеточка полетела. Королюсь, а тебе нормально? А тебе прядь пока не будем цеплять. У тебя ж волосики завязаны. Ты не доставай, Каролина. Дай ту Камиле одевай, а ту положи. Ой, красота моя неописуемая. С ушами. Ой, красотка. Держи. Где? Красотка, взгляни на меня с прядью. Красота. Красоту ничем не испортишь. Ты куда, Камила? Что-то улетело, что ли? Что она забыла там? Мама дорогая. И кошелек свой новый бросила. Будь здорова. Понравилось? Да. Какой рисунок, смотри, какой. Красивый. Я рисунок. Я думаю, куда ты побежала? Папа говорит, на, мама, деньги возьмешь. Что тебе понравится, да? Опять до мамы не дошло. Да, девочка? На другую Камила, сторону. Нет, Камила, ты ничего не забыла? Там ушки оденешь еще, Камил. Так оно и так. Переколол. Да, вот это сюда. Да, тоже. Я могу тебя вообще вот сюда. Да. А так сюда можно? Здесь давай покажем. Вот. Заколочка. Каролин. Достань, Влад. Вы доставай. А где мой вот кошелек? Кошелечек вон там лежит. Сумки у тебя Каролина положила. Еще раз пока-пока, красотки мои. Пока-пока. Все, сейчас папа ахнет, какие красотки пришли. Все, на обед идем. Все, всем пока еще раз.